Господа, минуточку внимания. Сегодня здесь собрались только самые близкие люди для нашей семьи. Я думаю, не надо просить вас, чувствую себя здесь как дома. Вы уже дома. На дне рождения моей любимой Леры. И вот только что мне сообщили, что уже все готово. И мы можем переходить к столам, чтобы продолжать наш праздник. Прошу вас, ну что, господа, все к столу? Здрасте. У меня доставка. Вот, смотрите, у меня тут и адрес, и даже точка с геолокацией. Экспресс, VIP, доставка. Значит, повыше категория. Вот. Тут еще пометка, день рождения. Отправитель кто? Скудо. Минс ДА. Ну, если конкретно, то Дмитрий Александрович. Ну, тут еще открытка есть. Вам это как? Завести или здесь заберете? Здесь. Возьми. Хорошего дня. Друзья, мой сын прислал мне поздравление. Мамочка, поздравляю тебя с днем рождения. Прости, что не смог приехать. Не успеваю разобраться с накопившимися делами. Надеюсь, ты простишь меня. Отправляю тебе небольшой подарок. Он скромный, зато от чистого сердца. Когда будешь его распаковывать, обязательно позвони мне. Телефон папа знает. Люблю тебя, целую. Твой сын Митя. Друзья, вы все, наверное, уже знаете, что мой сын, наш сын Митя, он жив. Вы все помните тот ужасный пожар? От его дома ничего не осталось. Мы все думали, что он погиб, но он просто исчез на несколько лет. Ему нужно было разобраться с собой. И вот теперь он вернулся, и я благодарю Бога за это. Он не смог приехать на мой праздник, но он прислал мне вот этот подарок. Звони. Я не знаю, как все остальное, но мороженое у них просто бомба. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. Спасибо. У меня сегодня особенный день. Праздник. День рождения мамы. Отлично. Я через 5 минут к вам подойду. Спасибо. Мама. Надо будет ответить, а то неудобно. Привет, ма. Здравствуй, милый. Я так рада тебя слышать. А мы здесь в саду с друзьями собрались, как раньше. Ты помнишь? Ну, конечно. Я так хотела тебя сегодня увидеть. Но я понимаю, что ты занят. Ничего страшного. А ты уже открыла подарок? Нет, ты же сказал, чтобы мы тебя подождали. Отлично. А папа рядом с тобой? Да, он здесь. Говори, он тебя слышит. Нет, сегодня твой день, я буду говорить только для тебя. Я тебя люблю. Я тоже тебя люблю. У меня самая лучшая мама. А я не самый путевый сын. От меня всегда одни неприятности. Но все равно, я ведь твой сын, правда? Конечно. Я очень хотел приехать, мам. Обнять тебя, поздравить. Но планы изменились не потому, что я так решил. Так решил папа. Он мне даже возможности не дал, чтобы выйти из дома, прошвырнуться по магазинам и поискать для тебя подарок. Митя, я не понимаю. А что тебе сказал папа? Я ничего. В том-то и дело, что ничего, а лучше бы сказал. Ну ладно, все. Хватит о грустном. Мам, с днем рождения. Ура! Открывай. Ура! Thank you.
кто? Это убийца, которого подослал ко мне папа. Вероятно, ему не очень понравилось, что я вернулся. А об остальном можешь спросить у него сама. Мне нужно... Я тебя не провожу. Не трогай меня. Помогите ей! С днем рождения, ма. Если ты не будешь есть, я обижусь. Вообще, у меня всю жизнь так. Что? Все вечно меня что-то навязывают. Эй, ты о чем? Будь леди, следи за собой. Закончи институт, выйди замуж, роди детей. Вообще-то, я сегодня откровенничаю. Тебя исповедоваться никто не просил. Только он от меня ничего не хотел. Ничего не требовал. Просто принимал меня такой, какая я есть. Хватит. Никто не мог поверить, что это правда. Ведь это и есть любовь. Я сказал, надоело. Не порти настроение.